это у нас митинг против коррупции, который организовали последователи Навального. Смотрите, как много людей. Вообще, очень много. Это вот Андрей, он стоит, хлоп-хлоп делает. А вот это вот, секундочку, левее, вот это вот митинг казачий, который организовала движение «Народное», вместо того, чтобы эту площадку отдали митингующим, которые вот кричат. В общем, администрация края постаралась, чтобы мы сюда не пришли, но все равно вот сколько людей пришло. Мне кажется, это очень здорово. Полиция уже ходит. А я съела пинцешку.